Мы на месте. Мы приветствуем Константина, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Но он готов, но убери голограмму, он в голограмме стоит. Сканер просканируй, Константина, отключи эту голограмму вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Я их включаю, они подсвечиваются. Сканер выводит это все из биополя, и как эта голограмма выйдет, отправляется в клетку-тюрьму. Он как наэлектризованный от нее, наискрит к рукам, к ногам, к голове. Ой, подключен. Это я уже догадываюсь, кто это. Хорошо, космический паразит. Готово. Хорошо, отправляю в клетку-тюрьму. Константин, вы даете нам разрешение на работу? Дает. Отлично. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Константина, под ногами, 360 градусов вокруг него. Тюрьму становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Константина, находит все. У него гуманоид. Гуманоид. Красный дракон, инсектоид. Вот это как раз причина его кожных заболеваний. Есть? Джин. Джин. И без. И без. Хорошо. Откуда гуманоид? Он показывает Орион. Орион. А что это ты здесь устроил в этом биополе со своей электрической голограммой? Ты хочешь на себе прочувствовать, как она работает, когда я сегодня перепрограммирую, на тебя поставлю, включу на полную мощность, на отток 80% энергии? Она не работает так. Она ты думаешь? Для него. Вот я тебе говорю, я ее перепрограммирую сегодня. И ты будешь очень удивлен, как она легко перепрограммируется. Сколько ты находился в этом биополе с этой голограммой? 6 лет. 6 лет. Какой у нас красный дракон, Вера? 27-43. Дракон красный. Сколько ты находишься в этом биополе? 17 лет. 17 лет. Ты связан как-то с гуманоидом? Нет. Хорошо, повезло тебе. Инсектоид, сколько ты находишься в этом биополе? 20. 20 лет. Ты являешься причиной его кожных заболеваний? Он не знает, он строит свои. Хорошо, над клеткой ответственного за кожные заболевания загорается маячок. Кто это, Вера? Здесь двое, дракон и инсектоид. И дракон тоже. Хорошо, дракон. Ну что ж, перешел ты все границы. Значит, у обоих вина есть. Какой у нас джин, Вера? Это аллергическая реакция. На его яд, конечно. Я знаю об этом. Они и виноваты за эту аллергическую реакцию. Итак, какой джин, Вера? Синий джин. Да. 34-18. Сколько ты находишься в этом биополе, джин? 2 года. И без. Какой без? 8. Хорошо. Сколько ты находишься в биополе? 6 месяцев. Понятно. Кто из вас присутствует в квартире, в доме Константина? Без, джин. Еще кто? Платы дракона. Платы дракона. Да. Все, хорошо. Даю команду тонкой копии Константина спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкой аббрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, выстраивая также прямой канал к голограмме гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Константину. Усилию потоки в 50 раз. Бес, ты один находишься в доме или есть там еще демон или черт? Пересекался с демоном. Пересекался с демоном. Но ты живешь в доме в самом? Или в доме. В доме, понятно. Мы его сегодня просто чистим, поэтому нам с тобой придется поработать. Ты мне покажешь все порталы после того, как я тебя отпущу в дом. Вернее, сначала ты соберешь все, что ты оставил в этом доме, потом покажешь, когда я приду, мне все порталы, я их закрою. Могу тебе после этого собрать негатив в доме в дорогу. Устраивает? Да, устраивает. Хорошо. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Константин забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли. До последней капли возвращает Константин себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Сканер, дай мне полноту души Константина на настоящий момент. 89%. 89%. Я очень надеюсь для тебя, гуманоид, что ты не отправил еще копии, и они находятся в этой голограмме. Иначе шансы испытать твою электрическую голограмму на себе у тебя становится все выше. Что возвращается с голограммы, Вера? Забираем Хорошо, забираем из голограммы. Есть биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Константина находится мощным потоком, пошло назад. Забираем все свое по праву. Память. Да, память, картинки жизни. Она он продавал голограмма, это. Как телевизор. Да,
Ну, собирает эти энергии, потом перепродает эти воспоминания, мы знаем об этом. Реверс закончился. Хорошо, сканер. На настоящий момент полнота души Константина какая? 100%. 100%. Отлично. Идем дальше. Начинаем тогда с Джина. Джину выходить не надо. Собирай всю свою пыль, втягивай в себя, все подключки, ничего не забывай. Как закончишь, доложи о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит по каналам в этой клетке тюрьме. Я вас предупредил. Джин втягивает все. Хорошо, пусть втягивает. Готово. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор, свои крепления, все, что осталось на твоей чистоте, чтобы жидкости никакой там не осталось. Проверь лучи лишний раз, чтобы тебя не 2 миллионами герц не ошарашило. И возвращайся назад. 20 лет. Кошмар. Он не один инкубатор уже отправил. Это понятно, что не один инкубатор за 20 лет можно сделать. Он готов. Хорошо. Красный дракон. Выходи, снимай свои платы, вытаскивай все, отключайся полностью, возвращайся назад. Готов. Бес, скажи мне, где находится лярва в биополе? У него на сердечной чакре есть переживания, скопленные, темные. Еще где? Не живота. Хорошо. Ноги? Нет. Хорошо. Ты хочешь получить эти лярвы? Да. Выходи сначала, снимай все, что ты оставил на своей чистоте, отключайся полностью. На месте доложи, что ты все снял, и я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. У него ботинки такие, по щиколотку. Угу, хорошо. Готов. Хорошо, разрешаю тебе забрать все лярвы, забирай, возвращайся назад. Готов. Сканер, просканируй сейчас Константина на чистоте гуманоида и его голограммы. Осталось ли что-то еще в биополе незамеченным? Пошел скан. Чисто. Хорошо, все убрали. Значит, даю команду на рассинхронизацию Константина с гуманоидом, его голограммой, красным драконом и его платами, инсектоидом, джином и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Включаем внутренний белый свет Константину. Этим светом выдалит из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет, шар и в энергии выходят и формируются перед Константином шар. Небольшой шарик. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Константину, помогаемой энергией, отстегнуть ему все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. У меня еще остался... Хочешь получить эмоциональный фантом, бес? Хочет. Значит, тогда назовешь мне первопричины, из чего все вытекает. Выходит эмоциональный фантом Константина, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Все это низковибрационное, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У него очень уставший серый фантом. Хорошо, Константин, вы готовы отстегнуть эти энергии, избавиться от них? Готов расстаться с ними. Отлично. Сворачивай энергии в шар. Забираешь бес? Забираю, да. Отправляю бесу. Готов. Хорошо, джин и бес, я сейчас открываю вам портал в квартиру, собираете все, что осталось. Я прихожу, проверяю с бесом, как договорились, потом отпускаю вас на вашу чистоту. Все понятно? Да. Открывается портал в дом Константина, и джин с бесом уходит в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Приветствую, Ли. У меня здесь гуманоид Ориона с голограммой, сидел 6 лет. Вернули 11% души из голограммы. Он воровал воспоминания, память. У меня находится дракон здесь, который 17 лет сидел в биополе. И инсектоид, он сидел 20 лет. От инсектоида и дракона у человека 20 лет были проблемы с кожей, которые ни один врач не мог решить. То есть они травили его своей энергией, она несовместима с их. Кого ты хочешь из них пригласить к себе? Гуманоида забираем и дракона. Благодарю тебя. Инсектоида отпускай, да? Отпускать. Хорошо, инсектоид. Это первое и последнее предупреждение тебе было. Ты больше никогда не посмеешь в это биополе войти. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Голограмму уничтожать? Уничтожай. Под голограммой открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Забрали его? Да, забрали обоих. Хорошо. Поехали по частотам. Число значения 700 Гц.
Пошел подъем. Есть. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Константин, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно, свободно. Отлично, так и должно быть. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И сразу приступаем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Константина в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Дом ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью дома Константина. Ты перед домом. Я здесь. Хорошо, мы одну клетку или две ставим? Одну. Даю команду на счет 3. Клетка установилась. Хорошо. Кто у нас? Дай мне команду зайти в дом. Входи в дом. Арахноид. Арахноид. Есть. Бес. Есть. Джин. Есть. Демон. Демон. Хорошо. Две воронки. Две воронки. И какая-то сущность здесь, бесформенная. Снимается. Прячет нос. Снимаются маски и голограммы. Сущ предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Это крыса. Крыса. Демон, да. Твоя крыса? Моя. Понятно. Мы уже встречали демона с крысами. Как она действовала, эта крыса? Что она делала? Скребла. В двери? Пугала. А, пугала. Какой у нас демон, Вера? 12. Хорошо, под воронками открывается портал в галактическое ядро, две воронки уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Начинаем тогда с Джина. Джин, ты все собрал? Все собрал. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина, забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Арахноид, выходи, собирай все свое потомство, всю паутину в доме и на земельном участке и возвращайся назад. Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Есть. Давай берем платы дракона, они подсвечиваются красным в доме. Да, вижу. Где они? На потолке, в разных комнатах. Хорошо. Силой моего намерения срываю все эти платы. 1, 2, 3. И все платы летят к клетке тюрьме и складываю их там. Да, есть. Открывая под ними воронку в галактическое ядро, платы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Бес, ты свое все собрал? Собрал. Хорошо. Демон, выходи, собирай все, что ты оставил в доме и на земельном участке. Возвращайся назад. Готов. Так, у меня остался бес, демон и эта крыса. Значит, я вам предлагаю следующий вариант. Демон, ты в доме был или на земельном участке больше? Порталом передвигался, на земельном участке был. Я почему спрашиваю? Я сейчас буду собирать... И в доме был. Я сейчас буду собирать весь негатив с дома и земельного участка и могу поделить между тобой и бесом этот шар, поделить его пополам и отдать вам в дорогу. Устраивает? Согласен. Хорошо. Выходи тогда, собирай все, что... подожди, он уже все собрал, да, Вера? Да, он собрал. Хорошо. Тогда мы сделаем следующим образом. Бес, пошли по квартире, по дому, показывай мне все порталы, я их закрываю. Покажи мне сначала вот этот портал, который в шкафу там находится. С него я хочу. В спальне. В спальне, да, пошли туда. Видишь его? Да. Открывая под этим шкафом воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Идем дальше. Значит, он бегает туда-сюда хаотично, вверх-вниз. Под лестницей здесь портал большой. Конечно, есть под лестницей портал. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Идем дальше. Снизу начали, мы здесь же внизу, здесь комната, трубы какие-то. Да, где там? Да, как полупустая, вот это, в этих, в трубах в этих. Хорошо, по всему периметру, там, где находятся трубы, открывается воронка в галактическое ядро, портал, фантом портала и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, дальше. Спальня, окно. Под окном в спальне внизу открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяю. Готово. Дальше. А на лестнице есть как пробоины какие-то, оказывает. Их много? Их 3, они небольшие и рядом друг с другом. Хорошо, открываю
воронку в галактическое ядро в этом месте, и все три эти портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Дальше. Ванная, туалет, мы еще не были. Сейчас, секунду, на кухне он показывает. Да. В стене портал, там, где вытяжка. Хорошо, в этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом портала и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Дальше ванна, зеркало. Под зеркалом ванны внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом портала, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Мы на улицу идем. Хорошо. А значит, там впереди есть портал в земле, воронка вниз. Перед домом? Да. Хорошо, в этом месте внизу открываю портал в галактическое ядро. Портал, фантом, портал и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Дальше гараж. Гараж и угол портала. В этом углу открываю воронку в галактическое ядро, портал, фантом, портал и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. За дом идем. То же самое, угол правый, дальний. В этом углу внизу открываю воронку в галактическое ядро, портал, фантом, портал и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все. 9 или 10 порталов. Хорошо. И возвращаемся к клетке. Даю команду на счет 3. В один идет космическая энергия, в другой шар идет низкая вибрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысли и чувств. Два огромных шара. Я так и думал, потому что столько порталов, два огромных шара. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Второй шар делю на две равные части. Демон, бес, забираете? Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Хорошо, я прошу больше не приходить в этот дом, мы все будем здесь запечатывать. И к этим людям тоже не приближаться. Все понятно? Да. Открывается внизу два портала. Один на чистоте демона, один на чистоте беса. Демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, в свой портал. Бес забирает все, что принес, и уходит в свой портал. Закрывая, печатаю, растворяя оба портала. Готово. Хорошо. Крыса где? Он ее забрал? Он ее забрал. Ну, хорошо, это его собственность. Она тоже вместе с ним уйдет. Мы по-любому ее отпустили на ее чистоту. Здесь мы закончили. Клетка пустая. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Мы здесь закончили. Отключаемся от дома и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте.